Дамы и господа, пора заглянуть в человеческую душу. Стендап — это выживание. Это моя жизненная сила, это то, что я должен делать. Я никогда не видел никого подобного Робину. Он выделялся как никто другой. Я не просто шучу, я использую персонажей как проводников. Эсмеральда, почему ты приходишь только по воскресеньям? Он правил сценой. Смотришь на утконоса и думаешь, наверное, бог был упорот, и он курил и думал, так, возьмем бобра и приделаем ему утиный нос. На сцене он был в своей стихии. А вне сцены, мне казалось, он старался не сорваться. В детстве вы боялись, что вас бросят? Да, это главный страх каждого ребенка. Он определяет многие ваши поступки в дальнейшем. Он всегда искал общения. Ему было необходимо общаться и смешить. Каждый носит в себе какую-то глубокую тайну. Робин принимал наркотики. Иногда было страшно убежать, иногда страшно столкнуться. И вот теперь ты, завязавший алкоголик, стоишь со стаканом газировки и говоришь, «Мне стало намного лучше!» Мой папа не всегда чувствовал свой успех. Но он самый успешный человек, которого я знаю. Он заставлял всех смеяться и смеяться. Он звонил мне, оставлял голосовые сообщения. Это Робин. Люблю тебя. Пока. Ничья с тремя людьми. Это как сказать, да пошел ты, Робин. Давайте. Тебе дана искра безумия. Она угаснет, и ты пустое место. Робин Уильямс. Загляни в мою душу. Премьера одновременно со всем миром. Только на Амедиа Премиум и в Амедиатеке.